вручить благодарственное письмо за помощь и активное участие в открытии тоннеля. Мы несколько месяцев, 5 месяцев мы добивались открытия тоннеля вместе, и только с помощью Александра Васильевича мы добились этого и его команды. Пришлось многое пережить, и я хочу сказать, что Александр Васильевич, если скажет «да», то «да» я твердая. И мы вас очень любим, и вы нам нужны. Большое вам спасибо, Александр Васильевич. Сказали ангел-хранитель еще. Мы с котёнком ходили все, да, поддержим.